нужен важный острый момент, чтобы отыграться. Они пытаются хотя бы отобрать шайбу. И вот ЦСКА забрасывает вторую шайбу. Отличился Шалунов. Да, но тут никаких шансов за Полски. Мало того, что угол открытый, еще бросок. Такой ювелирной поточности. Надо посмотреть, как она туда, эта шайба вывалилась. Тут прям так Шалунов один перед пустыми воротами оказался. Болельщики, естественно, довольны. Смотрим. А, ну так передача такая гениальная в касание. Да, здорово разыграли такую трехходовочку. Тут, конечно... И опять начинает эту комбинацию Попов. Вообще в этом звене два человека могут сыграть на точке. И Попов, и Шалунов. То есть могут меняться на точке вбрасывания. Ну и мы видим, какая... У них великолепная химия на площадке.